Пожалуйста, не расходитесь. Я уверяю вас, что у нас впереди еще очень много хорошей музыки. Спасибо вам за ваше понимание. Спасибо. Спасибо наш любимый джем за гостеприимство. Вот ребята, которые сегодня нам все приносят, помогают. Спасибо вам, ребята. Так, короче, спасибо сказать. Специальное спасибо, если кто увидит, Анатолий Белев, отец родной, что собрал нас здесь всех. Спасибо вот Алексей Пыстин, арт-директор нашего сегодняшнего диска. Он не спит уже неделю, сам лично все вот организовывает, как правильно, не знаю, школу, ну, занимается, подсказывает. Так, сегодня мы, честно сказать, готовились очень серьезно, но не готовы. Никогда нельзя быть готовым к фестивалю, потому что всегда происходит какая-то непредвиденная беда. Так, Сергей, у нас еще, да, есть время, да? Еще есть время поговорить. Готово? Все, да? Хорошо. Первая песня в ля-мажоре. Вы играете на хамоне. Фестиваля в Жене провожать соло-музыканта аплодисментами. Алексей Пыстин, клавишный. Too tired of trying to, too tired of life, sitting on the beat, I'm too tired to get up, yes, I'm tired.
She's getting on.
Я хочу спросить у Алексея, как директора фестиваля, есть ли у нас еще пара минут, чтобы сыграть какую-нибудь песню? Совмещение. Покажите, пожалуйста. Хотя бы так. Вот Алексей правильно показал. Хочу попросить своего друга сыграть нам соло на вот этой замечательной бас-гитаре мебельного цвета. Юрий Ушин, пожалуйста, на вас сцену. Поприветствуйте артиста.
хочу, чтобы вы попросили нашего барабанщика Дмитрия Шевцова сыграть нам. Он отказывается принципиально, но и вы его, надеюсь, убедите. Попробуем, давайте. Thank you.
большое, спасибо, спасибо. Team Jazz Fest.
которую мы даже не начинали записывать, но я уверен, что когда-нибудь это произойдет. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. И в заключение нашего выступления хочу, чтобы прозвучала еще одна песня. Вы не можете мне отказать, Алексей? Где-то скажется на вашем материальном благосостоянии. Thank you.
Спасибо.